В Владикавказе состоялось ежегодное собрание Совета муниципальных образований Республики. В работе принял участие руководитель региона Сергей Миняйло. Заслушали отчет председателя правления Совета о работе за прошлый год. Большой акцент делали на обучении и повышении квалификации работников администрации местного самоуправления. Устраивали мастер-классы, вебинары и курсы обучения. Также сегодня наградили отличившихся сотрудников АМС районов. Глава Республики и премьер вручили государственные награды и почетные грамоты. Сергей Миняйло отметил, главная цель для каждого работника муниципальных образований – благополучие жителей района. Деятельность каждого представителя власти, как федерального, регионального, так и муниципальной, должна быть направлена на обеспечение устойчивого социального состояния людей, экономического развития, увеличение реальных доходов населения, улучшение качества жизни жителей нашей республики.